вышел. А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня! Если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, ну, получишь по первое число! Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Да куда ж ты? Шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно вернуться в комнату. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Стоп. Мне кажется, или... Наверное, почудилось. Фух. Я уж думал, мне крышка. Кому я там нужен-то, а? Так, надо пойти полить цветы. Надо пойти отлить.
устроить дымовую завесу. Ну! Здесь кто-то был? Так, надо пойти полить цветы. Ужас! Давай!
А я говорил. Пойду проверю телефон. Трогал ноутбук. Думал, что я не замечу. Все дети как дети, а ты... Пойду гляну, кто там мне пишет. Сейчас выйду. Давай бегом на улицу, пока есть время. Молодец какой! Беги, гуляй! Мы пока подумаем, что с тобой сделать, когда вернешься.